Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас тест на знание средневекового оружия и вооружения. Кто силен в этой теме, давайте попробуем разгадать тест. Итак, поехали. Что из ниже перечисленного не является доспехом? Ламелляр, бригантина, вархаммер. И правильный ответ – вархаммер. Вархаммер не является доспехом, потому что это боевой молот, по сути дела. Когда появилось огнестрельное оружие? В 11 веке, в 10 веке, в 12 веке. И правильный ответ – огнестрельное оружие появилось в 12 веке. Что из ниже перечисленного является метательным орудием? Кракемарт, эсток, анагр. И правильный ответ – это анагр, метательная катапульта, которая в переводе означает «дикий осел». Ну, там вариантов много, почему так оно называлось, но тем не менее анагр – это катапульта. Что из перечисленного не цепное оружие? Сандзягунь, кистень, пернач. И правильный ответ – это пернач. Холодное оружие ударно-раздробляющего действия. Скорее всего, это булава, головки которой приваривались лепестки, пластины, перья так называемые. Отсюда и название пернач. Что представляет собой кортик? Прямой тонкий кинжал, укороченный дротик, длинное копье. И правильный ответ – это, конечно, кортик, прямой тонкий кинжал, оружие офицера военно-морского флота. Он выдавался как личное оружие, но мог быть и наградным. Что не является топором? Валашка, айбалта, сулица. И правильный ответ – сулица не является топором. Это, скорее всего, копье или дротик, который предназначен для метания. Что такое джамбия? Восточный кинжал с широким загнутым клинком без горды, индийский меч с длинным прямым обоюдоострым лезвием, рубящее, колющее холодное оружие с однолезвенным клинком. Джамбия – это восточный кинжал с широким загнутым клинком без горды. Какой вид колюще-режущего оружия относится к южноамериканским? Наваха, мачете, ятаган. И, конечно, мачете – относится к южноамериканским. Что такое сюрикен? Японское метательное оружие скрытого ношения. Кинжал самурая. Японский короткий меч. И правильный ответ – японское метательное оружие скрытого ношения.
Какому народу приписывают изобретение карабина? Русским, немцам, французам? И почему-то считается, что французы изобрели первыми карабин. Что из нижеперечисленного не является метательным оружием? Таран, баллиста, трибушет. Таран не является метательным оружием. Это огромное бревно, обитое металлом, и его раскачивали и стучались в стеночку или в двери. Что такое пульвар? Афганская сабля, палаш, индийская сабля. И правильный ответ – это афганская сабля. Вот на что закончился. Поздравляю всех, кто правильно ответил. Заходите почаще на канал. Всего доброго и до встречи.